Тем временем люберчанам предлагают придумать название для нового микрорайона на северо-востоке округа. На днях в муниципалитете стартовал конкурс. Свои идеи и предложения может внести любой желающий. Конкурс на лучшее название нового микрорайона продлится месяц и пройдет в два этапа. Для начала необходимо отправить свои варианты на электронную почту по адресам, указанным на экранах. В теме письма необходимо оставить пометку «Конкурс». Затем самые популярные предложения вынесут на всеобщее голосование на сайте люберцы.рф. Даниил Михайлов, Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.